Вон сколько дождя выпало за сутки. А такого полное. 50, наверное, миллиметров. А вон кто у нас наслаждается манго. Гурман, однако. Кожу не ешь. Ну, как же он его почистит? Что есть, то и ем. Все вкусно. Кушай, кушай. Кожицу ест. Обычно животные стараются серединку выесть. Манго. Кожицу не едят. Это такой спеленький, желтенький. Вот и кончился манго. Там еще есть, иди, там еще под деревьями валяются. Летающие лисы их надгрызают, сваливают с дерева. А потом вот такие вот местные жители доедают. Все, умылся, ручки помыл, косточка только осталась. Ты наелся? Наелся. Это папа, наверное. Отец семейства. Уютное местечко. За загородкой. Дверь открыта. На территории бассейна. И они там спят уже не один час. Вдвоем мама и ребенок. Малыш, я думаю, сосет молочко из маминого кармана. Теперь мама вышла, и клуб за ней. У нас каждый день идет замечательный дождик. И эта колба каждый день полная. Измерительная колба. Ну вот. Ну вообще. Не видано последние годы, чтобы такое было. Да, раньше были нормальные летом дожди. Целое лето дождь, но вот последние несколько лет более засушливые года. Ну, у нас по береговой линии это еще ничего, это еще ничего. Относительно нормально с дождем, хоть и бывают какие-то месяца без дождя. А вот туда вглубь материка, ну это вообще люди по 2 года не видели воды, падающей с неба. Какой малыш. Подрос уже. Не думаю, что он может залезть в мамину сумку. Видит меня, наверное.
Не бойся, не бойся, это я, не бойся. Не бойся, не бойся, не бойся. Мама знает меня, я уже с ней несколько раз встречалась, разговариваю с ней, она не убегает. А малыш еще не привык ко всяким тут людишкам, болтающимся тут без дела. Я парень занятый, мне всегда нужно молочко пить. Уже травку ест сам, батюшки Светы. Ну, Зуй-Зуй, учись. Учись находить травку, еду себе научись находить, и все. Все у тебя будет хорошо. В наших краях травы полно. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо за мамой скорей. Скорей-скорей за мамой бежать надо. Куда мама, туда и я. То вот так вот взяли, закрыли его где-то отдельно от родителей во дворе. Ну это вообще, как можно быть такими невнимательными, не видеть вообще, что вокруг тебя происходит. Хозяева, я имею в виду. Хорошо, что мы забили тревогу. Ну, где малыш твой убежал? Ускакал куда-то. Какая трава растет. И деревья оживают, покрываются больше листвой, потому что, ну, вообще листьев не было на деревьях половины. Ой, ой, страшно, самолет летит, шумит. Надо скорее поближе к маме, поближе к маме. Так, нет, маме это не нравится. Слишком он большой, залазить в карман. Вырос ты уже, детеныш. Вот, пожалуйста. И Масик тут. А сначала его не было видно. Мама валялась так это, вольготно так развалилась на бочку. Я думала, Масик там внутри в сумке. Наверное, он был там, а может в кустах. А теперь смотрю, скачет. Скачет. Ай! Комары кусаются. Они не кусаются, а летают вокруг, угрожающе звеня. Ну, точно Добби, копия Добби. Братишка такой. Мордочка, ручки, ушки. Все похоже на Добби. А так и все же субрезал. А, большая куча уже листьев пальмовых собралась. Мы делаем малч из нее. У мужа есть машина такая, которая все это в труху перемелит, и мы потом под деревья раскинем, под кусты, чтобы сохранялась влага. Вон какая красота. Курорт. Курорт и все тут. Ну, ты так и будешь сидеть у меня на носу. Комар сел. Мы стараемся создать им все условия. Осторожно обходим, когда они тут находятся, где-то поблизости. Вчера смотрю, муж возвращается вообще стороной от соседей там.
под забором прошел и спускается со ступенек вниз. Я говорю, что кенгуру, да, говорит, был в своем шед, это у нас называется так, такой сарай рабочий, там у него всякие наковальни, сварки, все, что хочешь. Такие мужские игрушки. И он решил обойти стороной, потому что кенгуру тут где-то около входа его сарая расположились. Эти вот листики молодые у манго, они тоже поедаются всякими животными. Посумы их любят. Ну, вчера я видела, что кенгуру любят и манго тоже едят. Ну, что ж, ешь, пожалуйста. Их тут завались. А наверху дерева уже нет, а внизу еще плоды висят вон. Всем хватит. Так, пошел на разведку. А что там под деревом? Ну, а пока отдыхает. Что, и тебя комары замучили? Они всех кусают. Ешь, вон манго на земле валяется. Не, наверное, не спелый. Ну, что-то нашел себе там. Угу. Даже и форма тела на добину похожа. Родственники, они родственники, конечно. Ну, ешь, вон какой арбузик на полу, вот рядом с тобой, ешь его. Разве на земле он уже полуспелый, наверняка уже сладковатый должен быть. Что там такое? Всем привет от Доби. Ой, не знаю, как получится со светом его снимать, потому что очень он этого не любит. Даже петрушку не берет. Так его свет заколдовал, заворожил. Тоби, что случилось? Ну, он же любит петрушку. Ужас. Ну, вот твои любимые листочки. Одуванчик. Ешь. Люби. Кушай. Ну, вообще. Уши параллельно земле. Все, мне это очень и очень не нравится, ребята. Люби. Ну, давай, ты же любишь такое. Ты любишь вообще. Такой стоп-кадр. Как фотография. Доби, ты живой? Вот когда света нет, он, конечно, двигался бы и ел бы все. А так все. Замер. Доби, давай. Давай, ты же любишь такую. Смотри, какая вкуснятина. Давай скорее кушай. Давай, давай, давай. Люби. Ну вот и все. Дальше дело не пойдет. Вот вам хвостик. Вот так вот. Все. Без движения. Свет ненавидит. Ненавидит он свет. Doesn't like
the light. Any kind of light. Эй, ты что спишь там, что ли, Люби? Wake up. Эй. Ну вот совсем другое дело. Совсем другое дело. Ну так сразу бы и выключили бы свет. Ну что это такое? Я все ем, но только без света. Вы что, издеваетесь, что ли? Я это все люблю. Но только без света. О, все упало там, все упало. Не убирай руку, не убирай. Давай, Истё, давай, давай. Надо обязательно. Я это все очень люблю. Очень-очень даже люблю. Ну только свет свой дурацкий уберите. Да, Дёби? Хитрый какой. Ой, хитрый. Ну какой хитрый, ну? Ты ж маленький рос со светом и ничего.